Скажите, конкретно вы как, через какой военкомат вы попали? Рустам Сапрунин. Рустам, да? Понятно. Это Донецкое ополчение? Московский военкомат. Московский Донецкое ополчение, понятно. Да. Ребята, что вас сюда вообще привело? Как что, с державы обиды. Скажи, пожалуйста, вот, ты правильно, за державу. Ну это же Украина, а ты вот откуда как-то? Из Тамбова, да? Астрахань. Не, ну как это, почему как держава? Ну, братский народ, почему этот фашизм должен процветать? Вообще это не понимаю. Это надо корни пересекать. И сегодня-завтра он ко мне домой придет с такими же намерениями. Ну я совершенно согласен, правильно. Я тоже ополченец, да? Для меня я не делю, например, да, где Украина, где Россия. Это все отечество. Мне не важно. И правильно очень сказал, что если мы сегодня сделаем вид, что это не у нас, а как бы у соседей, оно завтра будет у нас. Это, извини, я вот это то, потому мне это слышать нет, потому что как бы это слово в слово то, что я думаю. Вот почему. Помочь людям просто. Помочь. Вам концов. Всем помочь. Вот, у меня бабулька с Украины. У меня корни здесь. А я сам с Владивостока. Смотрите, на второй речке я жил, ты что? Я на Пустоши. А на Шокотане докером работал. Ну, а я в РХ работал. Земля маленькая, кругленькая. Да. Да. Хорошо, спасибо. Ребята, вот, хорошо, приехали сюда. Я так понимаю, уже какой-то, у кого-то, наверное, военный опыт есть. То есть, да, то есть уже приходилось бывать, наверное, в горячих точках. То есть вы сюда пришли, я уже говорю, не с пустым багажом, а уже, на самом деле, конкретно готовы влиться, помогать. Скажите, пожалуйста, для Новороссии для вас, собственно говоря, что обозначает Новороссия? Россия. И вы видите нас вот именно частью. Я. Как вообще настроение? Как доехали? Доехали отлично. В Москве военкомат нормально, все, вам помогли, рассказали, организовали, то есть с этим тоже все проблем не было. Рад вас приветствовать, ребята. Спасибо, что приехали. Как? Здорово. Нормально, нормально. Не поверил. Вот так вот. Главное объединиться. Все. Ну, рады вас видеть, как говорится. Мобилизуемся мы день в день. Вот. Учебка есть. Учебная рота. Дальше идет распределение. Вот, кто куда. Особо ценны это механики тяжелой техники, водители тяжелой техники, специалисты, артиллеристы. Вот, поэтому это особое там подразделение. Ну, страшного ничего нет. Война, в общем-то, у нас такая какая-то странная. Поливают артиллерией. На прямое боестолкновение. Думаю, что в рамках города Донецка батарея. Кровавую баню. Мало не покажет, в общем-то. Здесь начнется конец вот этой лживой, искусственной украинской государственности. Мы за Россию от Карпат до Владивостока. Все правильно. Но если быть справедливым, то давайте говорить о Новороссии. Мы за Новороссию присоединять то депрессивное и враждебно настроенное пространство на самом деле не имеет смысла. Мы говорим о том, что в рамках Новороссии нужно объединить наиболее здоровую экономически и русскую с точки зрения культурности и этничности часть Украины, потому что это разделение. Оно является единственной логически непротиворечивой формой существования вот этого пространства бывшей Украины. Сегодня мы говорим бывшей, потому что Украины уже нет, государственность прервалась. Это предсмертные судороги, несмотря на то, что вроде бы показывают сила, какая мощь. Вермахт тоже под Сталинградом думал, что вот еще чуть-чуть придавить. На самом деле будут они драпать. И мы еще проедемся танком по памятнику Бандеры и разберем этот памятник на кусочки, на сувениры. Голова чурмая.